Союз Тутака. Ну, попробуем пройти. Можно с верхней точки снять весь парк. Живописное, красивое место. Пойдем дальше. Теперь надо спускаться вниз. Ну вот, прошли. Теперь следующий участок. Кирпичики. Так, здесь маленькое препятствие. Надо пройти по этой доске. Итак, становимся сюда ногой и пошли. Пошли, пошли, пошли. Вы. Маленькая. Ой! Препятствие. Какая красивая клумба. Цените. Ой. Покрышки прогибаются. Не так легко идти. Какая красота. Бархатцы, эхинации. Теперь по камушкам. Оп, и. Привет, ты дошел до конца? Рук-рук. Рук-рук зона. Зона рук-рук и дошел. О, камушки. И здесь, конечно, для свинок точно. Ты правильно сказал, рук-рук зона. Здесь только свинки могут пройти. Я, пожалуй, сбоку пройду здесь. Сойду с маршрута. Кстати, очень живописное место. Красиво. О, по бревнышкам. Какие-то сзади медведи меня преследуют и рычат. Так, а дальше нужно идти по этим. Оп-оп-оп-оп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Остановиться, передохнуть немножко. Какая красота. А кора-то отваливается у этих деревяшечек. Я думаю, когда идут дожди, здесь еще им скользко и мокро. Ну что, весело? Мне весело. А тебе нет? Очень даже весело. Оп-оп. Ой-ой-ой-ой-ой. А дальше у нас шишки. Шишки. Только их уже немножко примяли. Они уже примятые. Мы с орехами кошка устаси. Итак, мы не все. Чекурим им сыр. Шишки. Говорим сыр. Карат тоже есть. Репсари, допустим. Вот такие тоже пенечки. Хоп, прыгаем по ним.
Что-то... Оп! Так, я как-то попала на ту же дорогу, она зациклена была. О, я попала туда же. Обошли вокруг. Ой, теперь завтра дальше надо будет опять подниматься по этим деревянным пням. Сейчас. Ага, тогда на другой конец придем. Ой, какие здесь красивые цветы. О, какой он высокий. Всем привет. Но снимаю дальше. О, здесь такой кружок, который, наверное, можно пройти по этим вот камушкам. Для тех, кому хочется. Но пошли дальше. В обратный путь. Там, смотри, можно передохнуть. Это что, каштаны? Да, каштанчики прошлогодние. Так, скачем по камушкам. Один, другой, ой, третий, ой, ой, четвертый. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о том... Нет-нет-нет-нет-нет-нет. О, шишки. Пятачок не прошел по своей зоне. Пятачок не прошел. Поросячья зона была. Пятачок не хотел пачкать ноги. В поросячьей зоне. Прыгаем опять по камушкам. Хоп, 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 хоп. Оба-на, какие красивые яблоки. Ням. Слушай, может попробуем? Они еще не созрели. Ты думаешь, не созрели? Он пахнет очень вкусно. Сейчас на полу что-нибудь найдем. Ой-ой-ой, какая красота. Сейчас попробую. Вкусный, такой медовый. Обалдеть. Очень вкусно. Замечательно, яблоня. Мы культурные, мы рвать не будем. Мы с ним завалим с пола. Очень вкусно. Замечательно, яблоня. Ладно, пойдем дальше смотреть. Ой, кто там? Аисты. Смогу ли я приблизить? Надо поближе подойти. Решили спеть свою песенку. Надо вернуть как-то. Там аисты есть. Замечательно, сюда не дойдем. Что? Нету, да, яблок? Ну, правильно, нашел, но... Ой, замечательно. Прикольные. Очень вкусные. Ну, в принципе, там почти все сгнили. Чон-чон-чон-чон-чон. Опа. Песочек. Нет, это какой-то... Опилки это. Слышите звук? Это аисты на крыше. Я говорю, птеродактили. Вот они, птеродактили, да, этого места. Вот здесь есть детская площадка, где можно поиграться деткам. Пока взрослые идут по этой тропинке. Привет, цена у нас куленчок. А, наверное, признание. О, здесь сложный участок, смотри. Здесь камни есть и есть... Деревянные. Какие-то. Ой. Ой-ой-ой. Оп. Сейчас пройдем.
О! Ой, посмотри, сколько там аистов. Они зовут друг друга. Это уже, наверное, большие птенцы, родители. Ну ничего себе. Итак, пошли. Ю! Вперед побежал. Ой, 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 ой. Ну, здоровское место. Прийти с детьми, здесь поиграть. Взрослые могут поупражняться. Есть еще такое свинское место, да? Для рукшей. Для поросят. Да, да, да. О, свинский сад. Деткам, наверное, здесь нравится, в этом свинском садике. Скоро уже подходит к концу наша дорожка. О. Ой, какие остренькие камушки. Сейчас трудно удержать равновесие. Извините. Камушки. О, а смотри, какую скульптуру нашла деревянную по пути. Да. И выходим. Надо. Ой, тут еще наверх подняться надо. По таким ступенечкам. Здоровским. Чики-чики-чики. Хоп-хоп-хоп. Хоп. Хоп-хоп. И мы пришли на начало. Ну вот мы пришли на начало. Ремте Саю Тутака. Тропа. Лучше идти здесь босиком. Очень весело и здорово. Так что приезжайте. А пока всем пока. Поедем мы дальше.